А, чел снизу бежит. И прям перед нами. Да, где-то перед нами. С авиком или с чем. А, вижу. Его МГшка. Вазик обжищал. Там баги, баги под нами, баги под нами. Нокнул. Разбойка. Еще один. И пласт сверху, пласт сверху. Так, ну что же, всем большой приветик, всем-всем большой-большой привет. Сегодня с Тессом поиграем в дуэл против сквадов. Тебе я, как всегда, желаю приятного просмотра, приятного аппетита, если ты кушаешь. Не забывай про лайк, подписочку. Ну и погнали в игру. Ты в центр. Да-да-да. Ема там чела закрутила. СФ ему. Наконец нормально начало у меня. Да, я понял. Блин. Вырубился. На втором без понимания. На втором на балконе? Да, да, да. Чем мне нужно захилить сутро? Да, да, вот тут. А, в правой части. И слева у нас никого. Иди так, сейчас я вижу. Да, вижу, вижу. Дал там хит одному. Могу хая дать туда. Давай, давай, давай. Дай. Кого? Ты прям под них закинул, привет. Хорош? Сейчас я бегу к тебе. Там последний остался. Еще ко мне еще подходит. Справа. Ой, это люди. Блин, я вниз упал. Вырубил одного. А второй его. Его тут что? Во втором еще рисуется. Я попробую это выбить. Сейчас, 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 подожди. Аккуратнее, аккуратнее. Там. Все, хорош, лучше. На втором у тебя рис надеюсь, по-моему, да, угу. Блин, туда, на хаешке и все. Хаешки нет. Вырубил одного, хорошо. Все, погнали. Блин, там босс справа. Это не босс, кстати. А, это чел, он тимится. Его еще убивается. Так, ну гроза со старта, я, конечно, понимаю. Сейчас у меня просто было идеальное начало. Пал на фулл Т3, на веб-шутер, на все абсолютно. Ого. Справа вазик едет. Открытый вазик прямо на нас. Нет, в сторону этого. Слева, слева, слева. Сейчас видишь? Лево, лево, лево. Вот там. По дороге просто едет. Вот, еще левее, нарезал поедет. Вижу, вижу. Вообще ни разу не ревнуло. По-моему, соло. Но это не точно. Пипец, он втопил. Да, стопнулся. Одного нокну. Меня идет. Сейчас я на крышу залезу. Я на крышу китката. Ну, тачку. Он в тачку.
выдал. Значит, двойка была. Давай поменяем. Давай, давай. А, дроп у нас падает прямо в упоре. Скип. Справа, справа от этой церкви. Можно на церковь заехать, подождать. А, починки есть, есть. Под церковью вроде. Да, вот слева стоит душки. Под нами. Не увидел. У бусика вот. А, понял. А, видел его. Подошел душку. Он залез? Да, да. Вырубил. Он в Титанике на втором этаже, да? А, нет, он же вниз спустился. Он вниз спустился. Че, я мог это забрать? По идее, минус. Кого? Сейчас еще поиграю. Сейчас будет точно минус. А как ты живешь? Бред какой-то. Вот сейчас точно будет минус. Кого? Можешь на паутине подойти? Да, я подхожу. Бред какой-то. Не, как он жил, я вообще не понимаю. Понятно. Опа, это его тиммейты. Там, по идее, двойка осталась. Да, прям передо мной, короче, Титаник или что-то. О, не Титаник, это двушка какая-то. Двойка идет. Они подходят. Уже у кит-карта. А, вижу, вижу, двушка, двушка, да. Я туда хайгаю. Офигеть. Он на первом этаже. Первый этаж ушел. По-моему, они дальше в кит-карт отошли. А, нет, первый этаж здесь сидит. Блин, тут справа. Справа сидит вот здесь на втором этаже. Хорош. А, это разные, это вообще левые, типа, их тройка получается. Ресурс вот здесь, бро. Если ты можешь хае закинуть, ресурс этот раз под забором вот здесь. Не-не-не, не туда. Отрезались. Ладно, забей. Почему? А, это одна и та же сила, понял. Да, да, это фулка, это вообще левая. Ну, хорош, молодец, молодец. Че, ну кулак добивает? Хе-хе. Стоят, блин. Блин, ну мы сюда не долетим уже, бро. Проблема в том, что починки за зоной. Смотри, под нами дроп падает. Можем на дроп упасть, если хочешь. Давай. Я падаю. Ты попробуй забрать, а я тачку найду. А, туда а, Вазик приехал. Тоже. Да, вижу. Я напрошу Титаника. Я тоже накрошу Титаника. Может, скрыли какая-то будет? Меня... Блин, у меня УЗИК. Так. Три типа, бро, залутали дроп. Много дал, очень много. Не, я с ним... Узиком вообще ничего не сделаю. Да. Надо к ним подходить. Давай, типа, залутать. Рот выбил. Давай. Может, что-то в дропе еще осталось. Вон у куста там дотечет. Патроны найду. ДПшка. Но они тоже такие себе, на самом деле, по луту. Интересно, что-то оставили тут. Калаш оставили. Калаш? Ты забираешь? Да. Забирай, забирай. Ладно, короче, погнали в сторону Приморска, наверное. Давай. Там, а, кстати, наши типы на квери где-то, плюс-минус. Я мотоцикл вижу. О, найс. Тут на горе баги стоят. Баги вижу, началов там не видно.
просто баги стоит. А, передо мной чел. Вырубил. Да я чел. Вроде в соло он. Так, а наши друзья, они на квере находятся. Они про нас точно не знают. 100%. У них просто будет написано опасность. Они в тех дальних ангарах, по идее. Да-да-да, там вазик. Они на крышах ангаров сидят. Да, да, хорошо. Вот можно нокать их здесь. Все, ты готов? Да, я готов. Давай по желтой мумии, наверное. Давай, потом придет. Одно хп, одно хп, одно хп. Поедем я на них? Я по второму стрелял, бро. А мне, короче, я хотел по желтой мумии. Хотел по желтой мумии, а у меня чел там лег в перегородку. Блин, я бы их скипнул, мне кажется. Давай пока что скипнем, согласен. А кого тогда убивать будем? С кем хватится? У меня вторая броника 2 хп. Вы их никак не запушим так. А, щел снизу бежит. И прям перед нами. Да, где-то перед нами. С авиком или с чем. А, вижу. У него МГшка. Там аук сейчас стреляет. Ой-ой-ой. Я тут стопнул. И здесь еще Томми где-то работает или еще. Чел с пуликом потерялся, что ли? Не вижу чел с пуликом. Может, его вообще нокнули. А, он сверху где-то. А, нам пробили колес. Понял. Задний, да, пробили? Да, да, да. А у чел бежит. Где? А, вот этот чел с пуликом. Эти пфатятся, кстати. Че, пройдем куда сюда? А, не, мы не пройдем. Мы в бутере жестком, но справа щела. А если бы мы в кемп заехали, мы были бы рядом. Ну да. Я хабы, нам лучше сюда как-то подойти. Это невозможно. Так если кемп как-то нокнуть и потом проходить. Позиция, что? Ну, у меня есть два смока. А если на баге, так кто-то соло пикает? Опасно. Прикол в том, что их даже не видно, где они пикают. Гора весь в смоках. Че, будем через лево проходить? У меня два смока есть. Покидываю. Дал там пока скачало. Смотри, тебе до меня дойти. Я дошел. Вот здесь чел сверху. Надо верхнего закрывать срочно. Я чуть левее хожу. Давай. Иду к тебе. Да, прям передо мной. Нокнул. У него МГшка, я заберу. Блин, как мы с такой диспозиции вышли? Я в шоке. Ну, там неплохо попал с мки чела. Давай сюда, Давай. Если перед нами закроем, то все, блин. Да, еще кемпы нужно принять. Че, вы... А, кемпы влево, кемпы слева. Вазик убежит чел. Там баги под нами. Бро, баги... Я понял, у нас баги прям в нашу сторону заезжают в спину. Одного нокнул, я туда попаду. Надо тушить. Да. От ангара можем сыграть.
Они за ангаром. Минус все. Есть конь, бро. У меня в ангаре один чел до тебя достать. Все, погнали. Значит, в ангаре двойка или не резнулись, и еще двойка. И в поле прям перед нами. Видишь, смоки? Там чела. Че, они в смоках, что ли, сидят? Или прошли уже? Не в смоках никого. Че, у нас смоки у баги слева. Блин, у них зона. Он дождаться, пока знаешь, они фатиться сделать? Будут. На крышу ангара пионерки. Поехали на крышу ангара. Поехали. Ставь конец. Все, просто класс. Турбо нет, если что, самому прыгать. Нормально, все хорошо. Рисуется слева хрена. Я на крышу ангара уже. Закидываем жоп одного. Вот они! А у меня Никита. Я понял. Сейчас я потанцую. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. У тебя они снизу, да? Или прям в ангаре? Ну, у меня они видны тут. Не за камнем. На лестнице еще будут. А, понял. Да, слушаю. Ты можешь сюда подойти. Оттуда закроешь. Да, слушаю, они снизу. Ну, один. Там последний снизу остался. А, еще я двойка. Двойка. Еще один. И пласт сверху, пласт сверху. Нормас! Затащили! Стрела. Смотри, ветрело. Что-то он там про ветрело говорит. Без ничего. Будь ветрело, привет. Он говорит ветрелу привет. Ро. Реально почти слитую катку выиграли. Такой позиции, диспозиции. Нас с двух сторон смотрели. То есть мы заехали в туалет, челы в кемпе нас смотрят, челы на горе нас смотрят, и челы на горе этих ангаров вот здесь тоже нас смотрят. И все фокусят пул нас. Это пипец. Все-таки вот этот мув с баги, это был просто жесткий мув. Это реально было красиво. 25 киллов у меня, 4 UTS, в принципе, неплохая каточка, 29 киллов, также практически 4000 урона. Вот, отличная катка, я считаю, прожимай лайкосик. Также, если ты еще не подписан на канал тоже, обязательно подписывайся, пиши либо свой комментарий, потому что все комментарии я считаю, поэтому обязательно пиши. Ну и все, в принципе. А сегодня я с тобой прощаюсь. Как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи и пока-пока.